Ну, допустим, какие-то крестьяне мне зачем? Какие-то там, я не знаю, крестьяне, арбалетчики, вот эта всякая хрень. Мне нужно что-то хай-левельное, то, что имеет приоритет скорости. Ну, 5-7 левел нужен. Желательно грейженный. Покупка какой-то сомнительной зверюшки из рефьюги не выглядит вообще как чем-то уверенным. Так, кто хотел рефьюгу? Да, рефьюги выходили справедливо, кстати. Такая рефьюга мне нужна. В ней все совпадает. Все, что было нужно, в принципе, от рефьюги, она вмещает в себя.